Всем привет! С вами Михаил. Я сегодня буду делать свечечки из красной и желтой лощины. Итак, поехали. Вот у меня такая свечка. Получилась красивая разноцветная свечка. Свечка красивая такая. Я беру вот эту вот, я буду делать вот эту вот. Получается вот такая вот свечка. Просто я красивая свечка. У меня такие красивые свечки получились. Три разных вида. Вот такой вот вид, вот такой вид и вот такой вид. Сейчас мы их будем поджигать.